Вопрос о том, чтобы убрать часть пешеходных переходов, обсудили на крайнем заседании по безопасности дорожного движения. Все объекты должны соответствовать ГОСТу, однако на отдельных участках требования не учтены. Так, переходы напротив арки Центрального парка на Комсомольской 42 и 46 расположены слишком часто. В данных пунктах указано о том, что пешеходные переходы в населенных пунктах обустраиваются на расстоянии не менее 200-300 метров друг от друга. На улице Пушкина данное условие не соблюдается. Прежде всего, мы должны руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения. Пешеходные переходы на Комсомольской 73 и на Советской 439 оказались невостребованными. Один переход убрали в Южном микрорайоне, в Подгорном напротив дома 27А пешеходную зону убрали временно, до момента окончания строительства дома и благоустройства прилегающей к нему территории. Знаки убрали, но искитимцы продолжают переходить дорогу в привычных местах. Некоторые понимают, что нарушают. Другие даже не замечают, что переходов больше нет. Возможно, говорят горожане, если поставят ограждение и сотрутся линии пешеходной зоны на дороге, ситуация изменится.